Скажите, пожалуйста, что делать, если увидел плохую примету, а дальше действовать обязан? Как себя настроить, если ждет неприятные и сложные дела? Никогда не позволяйте никаким абсолютно приметам, никаким событиям, никаким словам чужих людей сбивать вас с курса вашего счастья. Еще раз хочу сказать, человек живет, есть обычные люди, они живут по принципу судьбы. Живут как просто плывут куда непонятно, зачем непонятно, доживают или живут, проживая. Мы, как эзотерики, для себя собираем путь, который называется путь нашей воли. То есть мы своей волей, своим характером, своим намерением, мы делаем все для того, чтобы жить по принципу, мы создаем такую судьбу, в которой нам было бы хорошо жить. И это нам под силам. Поэтому, когда приметы увидели, что нужно делать, ученики школы мои знают, они говорят, тю, ну и что? Ну и что? Я обычно говорю, что человек вправе, обычные люди, которые знают приметы, верят в приметы. В случае, если вы не хотите верить в приметы, то говорите, а вот, я это увидела, я меняю эту примету, теперь это к деньгам. Я всегда говорю своим детям, папа, мне приснился такой сон, я говорю, это к молодости деньгам.